самый большой в мире частный дом. В мире множество больших домов, но больших частных домов гораздо меньше. Самый большой из них – Антилия. Его строительство было начато в 2002 году в Мумбаи для индийского миллиардера и его семьи, и сегодня уже окончено. Высота дома – 27 этажей, соответствующих 60 стандартным этажам. Антилия способна выдержать 8-бальное землетрясение. В самом большом частном доме 9 лифтов. На 6 этажах расположена парковка, где находится коллекция автомобилей владельца, а 7-й этаж отведен под частный автосервис. Еще один этаж – это небольшой театр. Далее следуют этажи с бальными залами, бассейнами, садами. Семья миллионера занимает 4 этажа, а 3 этажа – 600 человек обслуживающего персонала. Главный концепт проекта – смешение архитектурных элементов и стилей, которые, будучи последовательно соединенными, ни разу не повторяются. Нет повторений в материалах отделки. Самый большой в мире частный дом является одновременно и самым дорогим в мире частным строением. Его оценочная стоимость вместе с землей, на которой он построен, оценивается примерно в 2 миллиарда долларов. Это совсем не удивительно, если принять во внимание, что владельцем является Мукеш Амбани, чье имя занимает 5-ю позицию по размеру капитала в мире.